Новый вид мошенничества с ОСАГО. Теперь махинаторам даже не нужно тратиться на бланки с водяными знаками. Страховщики пытаются уберечь свой бизнес от нашествия двойников на рынке, но масштабы бедствия уже очень широки. В списках обманутых десятки тысяч человек. Наш корреспондент Кирилл Поляков выяснил, как невнимательность к деталям при покупке электронного полиса может привести не только к бесполезным тратам, но и добавить автомобилистам проблем с законом. Автостраховщиков атаковали виртуальные клоны. Сайты-двойники похожи на официальные, как две капли воды. Понять, что интернет-ресурс создали мошенники, обычному автовладельцу непросто. Тем более, что онлайн-продажи страховок стали обязательными месяц назад. Поэтому водители, ничего не подозревая, сами отдают свои деньги мошенникам и остаются без действующего ОСАГО. Я со своей карты, на какой номер перечислить деньги. Естественно, это все перечислил, но ВОЗ и ныне там, так что полис, мне электронный полис не пришел. Электронные полисы внедрили специально отбавить потребителей от мошенников, подделывающих бумажные ОСАГО, а заодно и от недобросовестных страховщиков, которые под предлогом отсутствия стандартного бланка вынуждали клиента купить страховку с расширенным пакетом услуг. Теперь злоумышленники перешли на следующий уровень. Но отказываться от современных технологий не нужно, говорят специалисты. Достаточно быть внимательным и знать пару простых правил, которые помогут распознать аферистов. В подлинном сайте, в строке, где вводится адрес в браузере, отображается вот такой вот значок «Замочка» и, как правило, еще отображается название сайта. Можно щелкнуть по этому замочку, и тогда отобразится более развернутая информация. Уже закрыты 10 сайтов-двойников. По словам экспертов, мошенники решили сыграть на стремительно растущем рынке. Сейчас каждый 10-й полис ОСАГО продается онлайн. Таких продаж не ожидал никто. С 1 января автовладельцы уже купили 200 тысяч электронных бланков. Хотя за весь прошлый год только 330 тысяч. Лидерами стали те регионы, где было практически невозможно приобрести бумажный бланк по разным причинам. Это Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская область. Похоже, что онлайн-продажи будут только расти, а значит, будет все больше желающих незаконно разделить деньги клиентов. В первую очередь, аферисты атакуют ресурсы известных. Это крупных страховых компаний, известных брендов, потому что к ним обращаются непосредственно граждане. Да? И гражданин заходит на сайт именно той компании, в которой покупал бланки полисов ОСАГО. Первая десятка страховых компаний, она практически сегодня продает 70% всего портфеля ОСАГО. В Союзе автостраховщиков предупреждают, мошенники могут прислать полис, но он будет фальшивым. А вот расплачиваться за это придется уже водителю. Поэтому бланки лучше проверить на сайте РСА. Там же есть ссылки абсолютно на все компании, которые имеют право продавать ОСАГО. Кирилл Поляков, Дарья Евсикова, Наталья Кудряшова, РЕН-ТВ.